Пустыня Сары и Шикатрау с холодными рассветами и раскаленным днем. Земля, приютившая удивительное племя животных. Рептилии составляли основную группу обитателей Земли. И те, что остались со времен динозавров, внешне почти не изменились, хотя отлично приспособились. Ушастая круглоголовка. Средством общения ей служит хвост, и различные его движения выражают негодование, радость, испуг. Живут они на четко разграниченной территории. Обычно это бархан или часть его. И если границы нарушены, круглоголовка не успокоится, пока не прогонит соперника. Все рептилии, круглоголовка не пьет воды. Температуру тела она регулирует довольно просто. В жару укрывается в тени, а утром и вечером греется на теплом песке. Это и помогает рептилиям обходиться без воды. Серого варана у нас в Кызылкумах называют волком пустыни. Он самый крупный из рептилий и достигает порой 1,5 метров. Thank you.
все наши наблюдения за вараном ограничивались только его охотой. Остальное время он малоактивен и подолгу не выходит из норы. Большую песчанку варан уничтожает в ее же норах. Это целые лабиринты, иногда в несколько ярусов. Песчанка – основной переносчик различных болезней, поэтому в борьбе с ней варан приносит большую пользу. В пустыне все просыпается и увядает буквально в один месяц. И в это короткое время все живое стремится оставить потомство, чтобы, выполнив свой долг, вновь замереть до будущей весны. Просыпаются от спячки и черепахи. Когда мы увидели степную агаму на дереве, решили, что она забралась повыше от раскаленного песка. Нам приходилось слышать об этом. Решили проверить. Несколько раз переносили агаму на другие деревья, иногда даже на большое расстояние. И она всегда возвращалась на свой участок. Дерево для агамы, как и бархан для круглоголовок. С вершины его она осматривает свой участок и дает знать сородичам, что он занят. Только средство общения у агамы – ее подвижная голова.
земляные белки – очень редкий вид животных. Впервые увидев их, поражаешься, как могут они бегать и даже играть при такой жаре, когда температура песка достигает порой 70 градусов. Оказывается, подошвы их лапок покрыты густым мехом, который предохраняет от ожогов. Как и многие обитатели пустыни, земляные белки легко обходятся без воды, питаясь сочными клубнями растений. Через месяц после рождения детенышей мать оставляет их, и семьи распадаются. До следующей весны в Таукумах уже не встретишь такое милое семейство, потому что живут земляные белки одиноко, разделенные подчас большими расстояниями. Некогда многочисленную группу рептилий сегодня представляют лишь черепахи, ящерицы и змеи. Осваивая новые жизненные пространства, человек иногда забывает, что эту землю он разделяет с огромным миром животных. Печальный список навсегда исчезнувших видов увеличивается с каждым годом. Есть среди них и рептилии. Активное участие и забота каждого из нас поможет восстановить удивительную фауну. Создание новых заповедников и зон полного спокойствия в пустынях, ответственность человека перед природой сохранит живой памятник древней истории Земли, рептилий.